очень сытная и питательная гороховая каша с мясным фаршем. Готовить можно на плите или в мультиварке. Как вам удобнее, блюдо подойдет на обед или ужин, хорошо сочетается со свежими овощами. Приготовим гороховую кашу с фаршем в домашних условиях. Предварительно замоченный на ночь горох отвариваем в подсоленной воде до готовности. Отдельно обжариваем лук с фаршем. Я добавляю в фарш немного аджики и томатной пасты. Для пикантности смешиваем фарш с гороховой кашей и подаем к столу. Удачи! Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Предварительно замоченный горох отвариваем до готовности в кастрюле или в мультиварке. Варим 40-50 минут. Очищаем лук и измельчаем его в блендере. Обжариваем в чаше мультиварки до золотистого цвета, предварительно влив масло, затем добавляем фарш и специи, жарим до готовности, в конце добавляем аджику и томатную пасту. Перемешиваем кашу с фаршем и подаем к столу. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Горох 400 грамм, предварительно замоченный в холодной воде. Фарш говяжий 400 грамм, лук репчатый 1 штука, вода 4 стакана, масло растительное 2 столовые ложки, соль и перец по вкусу, томатная паста 1 столовая ложка, аджика 1 чайная ложка, количество порций 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся.